А я предупреждал. Пацаны и пацаны, сродные, всем доброго привет, убираемся с барахлом из Wildberries. Это тот выпуск, который мы у Чака с тобой что-то как-то пропустили. Будем сейчас смотреть и, собственно, записывать все в заметочки, что нужно купить, да, список заметочек заказа из Wildberries. Все, родной, давай смотреть, ссылочка на оригинал, естественно, внизу, у тебя пальчик авансиком огромное спасибо, комментарий напиши, подписочку оформи. Все это тоже важно. Еще раз спасибо. Ссылочка на Телеграм внизу и игровой канал, где у нас происходят игрушечные дела, заячки, новеллы, хоррор, инь-хоррор. Каждый день контентик выходит игровой. Тоже внизу. Если нравится, заходи, смотри, кайфуй, подписывайся. Смотрим, смотрим. Wildberries. Барахло. То же самое. То самое. Барахло из ящика. Wildberries. Убираем с Wildberries. Убираем здравый смысл. Приветствую, добро пожаловать в возвращение эпохальной рубрики «Барахло из ящика». Только на этот раз мы будем мучить Wildberries и не самых добросовестных продавцов. Нынешняя тема... Чуть-чуть недобросовестных, в остальном в целом нормальные ребята, но немножко есть там. Бытовая. Будем чистить, убирать, помощи, ну, например, захвата для банки. Держатель что садовый это? Поднимет предметы весом до 2 килограмма. Да, это вообще-то, кстати говоря, полезная штука. Так, на секунду, это прям вот это имеет смысл и имеет право на существование. Там включительно... Что существенно отличает щипцы-фиксаторы от других S-образных щипцов-фиксаторов? Хваталка очень хрупкая, удерживает предметы слабо, не выдержала недели эксплуатации, сломалась вместе сложения. Она в первую очередь нужна для того, чтобы свет выключать-включать. Если у тебя не какая-то умный дом, умная лампочка от Яндекса, вот это все какой-то важный, боже мой, посмотрите на этого царя во дворце. Для обычных кривозубых крестьян палка, который дотягиваешься до этого, до выключателя, включаешь и выключаешь свет. Все, основное применение. В остальном хваталка... Ну не, можно, кстати говоря, холодильник открыть, допустим, хотя насколько близко все равно должен быть холодильник, но тем не менее. Что-то взять, что-то положить. Не, нормально в целом, удобно. Здравствуйте, еще раз пишу. Захват не предназначен для тяжелых и объемных предметов. Максимум на 200 грамм. Что непонятного, а? Так можно что угодно сломать. Так в описании было уже 2 килограмма, алло. Непрочная. Здравствуйте, нагрузка-то не безграничная. Не рассчитана на слишком большой вес. Мне нравится, что он так лично воспринимает этот продавец это все. И отвечает прям тоже, знаешь, эмоционально, лично. Ла-ла-ла-ла-да-галя-каль-каль-каль. Здравствуйте, спасибо за отзыв. С наступающим Нового года, всех благ и здоровья. Вот это хороший отзыв, вот это комментарий, я понимаю. Вот побольше, да, таких комментариев. Ну, короче, проверяем. Поехали. Эксперимент. Ну, здорово. Год мы не виделись на этой рубрике, ёлы-палы. Наш иди первый сюда, товар. Сюда, блин. Это вот такая вот замечательная ручка, хвохотучка, которая хватает вещи. Она должна помогать, собственно, людям с ограниченными возможностями хватать вещи, перекладывать. И, собственно, производитель заверяет, она может хватать все, что угодно. В пределах 2 килограмма, а то и даже больше. Но, судя по конструкции, у меня уже нет, очень сильные сомнения. 2 килограмма не еще. Раз хватил, а приз один, на, держи. Сюда кидай. И... Ага, спасибо, да. Аккуратненько теперь похватывай. Ну, штучек 5. Пока работает. Насколько сильно эта хрень будет хватать. Он раздавил. Давай. Я не вижу, я хватаю или не хватаю. О, есть. Раз, ну и перенес. Ну, отлично, еще 3 штучки мне сделай. Так что, если у вас есть посуда с водой и шариками, и вам нужно переложить эти шарики в другую емкость, то покупаем. Усилие, давай. Все, точка, только для этого. Вот, сейчас, толстенько возьму. Он целый? Нет, его убил. А, смотри, давай тогда, мне кажется, нам нужно... Одна из функций. Нам нужно тогда сейчас усилить предлагаемые обстоятельства. Допустим, ты на кухне, ты, господи, тебе лень встать, ну чисто по-человечески, лень встать, помыть тарелку, например, да, вот она... И ты решил помыть тарелку с помощью этой херни? Хороший стоп-кадр, кстати. У тебя в говне и нужно... И нужно эту тарелку, перекинуть на этот самый. Тарелку? Да, в раковину. Нет, тарелка, держись. А тарелка будет вся грязная. У нас для этого есть масло. Это очень плохая идея. Очень. О да. Давай. Не, ты чё? Это, блин, и рукой-то, если ты возьмешь, оно выскользнуть может. С помощью этой херни вообще. А? Взял, пошла. Ой, не получилось, ой, как нормально. Смешно. Нормально. Егор, ну ты что?
не предназначено. А я предупреждал. Окей, хрен с ним, давай попробуем на вес. Производитель уверяет, что мы можем схватить 2 килограмма на вес. Так странно, может быть, он перепутал циферку, там, не знаю, лишнюю написал. Он же в этих комментариях писал, что 200 грамм. В итоге все-таки, а не 2 килограмма. Не можем. Смотри, какая форма, мне кажется. Ну, слушай, ее прям расшатывают конкретно. Ой, не-не-не, она давай, сломается. Давай, пробуй, давай, гаси. А может просто здесь этот заточить, как гарпун? Ну, давай. Куда? Сюда, не знаю. Клюет, клюет. Ой, блин. Почему надо было прям муку переносить? Еще, может, ведро с мазутом у тебя есть где-то? Вот нужно, да, то, что сложнее убирается. Ладно, на 2 килограмма это очень плохо тянет. Тебе надо было проверить, представить ситуацию, что ты попал в тюрьму. Я только сейчас обратил внимание, что у ребят комната оформлена как комната Декстера. Помнишь такой сериал? Кто смотрел? Он когда убивал своих жертв, у него всегда примерно так же было все оформлено в комнате. У него стоял стол посередине, куда он жертву клал, и все остальное вот в этом пакете, в полиэтилене, или как это называется. Вот прям точь в точь. Ну, собственно, все, ей хана, да? Это я немного, видимо, от True Crime еще не отошел. Смотрел, вот буквально недавно снимал для себя выпуск True Crime. И, видимо, отголоски сейчас все еще. Вер, сколько стоила эта штука? 2050 рублей. Сколько? Ну, а со скидкой 570. Ну, мне кажется, все, ее уже не... Ну, да. Не, ну это чушь. Ну, я бы не знаю, я бы не стал докупать. Я уверен, есть очень много добросовестных аналогов, хотя бы, которые просто сделаны не из вот этого пластмассового говна. Да, да. То есть, в принципе, железный, теория, типа. Вещь, может, хорошая, но не на практике, особенно на такой. Согласен? Да! Хрю-хрю, пришла очередь сепарировать яйца. Что? Быстрый и простой способ отделить яичный желток от белка. Благодарю, поросенец отменный. Дороговат, правда, свинья такая, но позитив. Ой, Юлия написала комментарий, с чем правильно? С юморком. Того стоит. Здравствуйте, Денис. Спасибо за то, что нашли время оставить положительный отзыв о нашем товаре. Очень рада, что вам понравился наш поросенок. Ну, адекватный комментарий. Читаешь, просто сердце крови обливаются. Они такие милые. Такие милые. Яичные маленькие поросятки. Сепаратор. Штука, которая чистит белок от желтка, яйца от белка. Или, короче, все чистит. Пицца захотелось, пицца захотелось, пицца. Закажи, закажи пиццу, закажешь? Закажи пиццу. Мне на обычном тесте. Закинь туда ананаса сверху и халапеньо не забудь. А так в целом любую выбирай. Можешь взять вегетарианскую, добавить в нее курицу, халапеньо, ананасы. Или, ладно, так уж и быть. Можешь без ананасов, если прям совсем не хочешь ананасы. Но халапеньо добавь. Ну можешь, ладно, да и без халапеньо сам добавлю сверху, потом у меня есть банка в целом. Все на свете, и тем самым у нас получается вот такой вот гоголь-моголь. И это позволит, ты что делаешь? Ест. Приятного аппетита, кстати. Мы тут товары проверяем. А я проверяю пиццу. Это тоже товар своего рода. Как? Нормальная пицца? Вкусно. Ветчина и грибы? Ветчина и грибы. Если кто хочет, еще берите, налетайте. Ну... Особенно по ссылочке в описании. Это же интеграция или что? Ну, так вот, сепаратор... Это типа такая нативная интеграция. Для яиц. Она отделяет... Что она отделяет? Желток от белка. Желток от белка. Нафига нам это нужно вообще? Желток интересно, от желтка. Как свинья хрюкает с такой анатомией? На, потом берешь его, так. Да? А зачем? Я что-то не пойму. Опа, оп, схавала. А зачем? Чё, прям... Теперь нужно ослабить нажатие. Ослабил нажатие. Давай, медленно. Так это желток падает. Нет, это белок. Это белок, как раз белок, чах. Белок, так это же вот желток. Это не желток. Вот теперь желток, тихо. О. Ну и нафиг мне, если мне уже белок попал. О. Я не понял. А? Я не понял. Все. Я не понял, а что тебе мешает просто в той же посудине взять, ложку вот так подставить, наклонить, вылить нахер весь белток
Белток. Белток и оставить желток. Че, ты не бойся. И что? Белок все равно попал. Я что-то не понял. Яичница, чекунья. Что это дает нам? Типа, вот для чего это? Это делилось, все, можно. Да, все, можно готовить, да. А почему для этого не делать просто в стаканчик перелить, оттуда так чуть-чуть? Не, ну, вообще в бытовухе используют бутылку. Берут обычную бутылку, прикладывают к выдавленному вот так вот яичку, и типа всасывают, и желток уходит, чтобы извлечь. У вас поросенка повеселее, если... Да, да, сколько стоит? 572 рубля. Да, нормально. Да, не дороговато. Для такой ерунды это дорого. Она рублей 200 должна стоить. Мне кажется, дороговато. Да. Соси. О, как кайфово. Всасывает, аки боже. Всасывает мастерски. Ну, как бы... Да, странная картина, конечно, в целом. Да. Захват для открывания банок. Позволяет использовать емкости людям с нарушением функций верхних конечностей. Ладно, ничего не понял, но очень интересно. Мы пока идем по лайту, мы пока открываем баночки, открываем яйца, открываем наши сердца для новых предметов, товаров из Wildberries. На этот раз у нас мини-опенер 4 в одном. Вот такая опенер. Вот замечательная вещь, которая с легкостью откроет. Как же он снимает. Все баночки, все бутылочки. У нас была открывашка, которую кладешь, она ездит. Все. А это ручная. Только раньше мы электронную покупали за 794, да. А вот это классическая за 794. А для начала вот эта хрень, она открывает бутылки. Так. Сверху ударь. Нормально открывать. Давай следующую неси. Не, ну в целом открывает, конечно. Ну, кстати, круто, банку-то открывает. Но правда она крышку, блин, портит, и хер потом откроешь. Точнее, закроешь. Но в целом открывает. Работай, работай. Вот эту открывай. Да. Ты бы мне, блядь, египетский саркофаг бы еще принес бы сейчас. Давай вскрывай. Как я тебе это открою? Она же даже не налезет. Хорошо. О, зацепилась? Тихо, Егор. Погоди, это хрень. Тихо, Егор, я пошутил. Смотрим для того, чтобы это выламывать, потому что ты вот сломал уже вот эту штуку. Да? Да. Ну все, значит. Я думал, темная. Чего ты этим добиваешься? Необитаемый остров, Егор просто с этой банкой просто это... Мизансцен. Ты знаешь, при этом он понимает, что он так не откроет, но это ему не мешает... этим заниматься дальше. И пытаться. Ладно, это очень тупой эксперимент. Крайне. Так. Не зря бью, не открывается. О! Всё, молодец, сломал. Пробил. Бать, машина! Ебать, фонтан! Туда! Сколько это стоит? 894. 894 рубля. Георг Павлович нашел истинное применение этим вещам. Большой молодец. Мощь. Отлично. Сила! Трепещите. Прибор для удаления косточек. Машинка для удаления косточек – это устройство для удаления косточек из вишни, черешни, оливок и других плодов. О, это прикольно звучит. Производительность около 10 килограмм вишни в час. Приспособление едва собрала, дырочки крепления не совсем совпадают. Все работает. Правда, проверить пока не могу. Но все работает. Подождем лето. Ну а мы ждать не будем, не сомневайтесь. А как она поняла, что все работает? Она на чем-то другом проверила? Наши бытовые приключения продолжаются. И что на теперь? Этот раз мы сейчас захотим... пожрать изделие фруктовое и оливковое. Изделие. Там, где находятся косточки. Но косточки, к сожалению, кост-очки. Очень мешают есть. Ненавижу. Они же невкусные. Да. Потому что косточка уходит обычно куда-то туда. Да. Еще в желудке застревают. Это чтобы доставать косточки? Да. Хотя, вот такой вопрос очень важный и серьезный, взрослый. Кто как есть арбузы? Вы выплевываете косточки или прям с косточками на похер едите и глотаете эти косточки, а потом, как бы так сказать, с косточками происходит их судьба. Вот конкретно как это у тебя происходит. Вот я, допустим, не все выплевываю буду. Буду честен. Не все выплевываю. Я, кстати говоря, в этом году не ел еще арбуз.
вообще. Именно так. А без электричества, без всякого говна. Давай попробуем с этого, с большого красивого винограда. С большого красивого винограда? Там же маленький кост, да. А виноград? Не, ну виноград я точно не выплевываю вообще никак. Вообще абсолютно в никакой. Все 100% идут туда. Есть ли косточки? Там, ну, есть косточки, да? Да. Вот мы кладем штучку. А кто выплевывает прямо косточки вот из винограда? Зачем? Опа! Вам что виноград его косточки сделали? Я не понял. Почему вы так обижаете косточки? Легенда утверждает, что в винограднике нет косточек. Есть? Ее нет? О! Нету! Реально? Нету костей, ничего. Работает! Неужели? По себе. Ни одной. Я тебе больше скажу, тут ее тоже... Там просто виноград. Без косточки. О, и опять нет. Боже, эта машина работает, даже если не класть туда виноград. Там нет костей, в принципе. Так, хорошо. Ну, зато вкусный виноград. Ладно, давай попробуем с оливками. Оливки с косточками? Да. Ой, не люблю оливки с косточками. Вот без косточек кайф. Причем зеленые, черные не уважаю. Проверим. Сейчас проверим. Давай. Черные просто горькие какие-то, а вот зеленые, они еще есть со всякими приколами внутри, продаются в таких баночках консервированные. Мама мия. Что произошло? Ничего. Косточка на месте. Штамп. Так. Не работает, да? Тут черешня нужна, мне кажется. Все это не то. Косточка не помещается в эту дырочку для косточек. Ну так написано же, for olive. А, for olive прям написано. Ну что? Ну что, что? Сломал уже все. Косточка. Да. Более того, лезвие гнется даже в некоторые косточки. Смотреть на него, то оно достаточно гнусное. Кривое. Так, что я вообще сейчас буду? Это вишня или это черешня? Что это такое? Почему она синяя? Коктейльная вишня. Ну. Так, ну вообще в теории получилось. Что я это? Даже... Что это такое реально? Почему она такого цвета? Выдавил. Не ешь. Почему? Она испорчена. Андрей. Есть там косточка, потому что я примерялся. Косточка ли это? Ну, нет, это из-за подоливки косточка. Блять, Андрей, тут нет костей! Ладно, а тогда давай чистить гранат. 100%. Какой нахер гранат? Вы, ребята, ну, нельзя было просто черешню найти обычную? Хотя нет, наверное, нельзя было, потому что этот ролик записывался тогда, когда, возможно, еще был не сезон черешни. Но гранат-то что? Что от граната останется, если вытащить из него косточку? Типа, как это вообще должно физически выглядеть? Я что-то не особо понимаю. Кто честь? Я вообще... Не, гранат я ем тоже как прям сплошничком. Это тоже для меня извращение какое-то. Сарич, выходит даже? Нету косточки? Нет. Точно? Будешь? Попробуй. Да, нет, я ее вижу. Я вижу косточку. Так, ну дайте уже кто-нибудь ему то, что надо. То, что должно быть там в этих руках. Молоток. О, работает. Нет косточки. Нет ее. Одна из сотни будет без. Но все равно сломает. Спасибо. Этой машине не нужен молоток. Кайф, вкуснота. Прямиком из Германии нам прибежал доктор Бекман. Ручка экспресс доктор Бекман может быть простым решением для удаления всех пятен, которые могут появиться на ходу. Идеально подходит для пятен детства. А что значит, которые могут появиться на ходу? Это что за пятна такие? Какого рода? Детского питания, жира, кофе, лимонада, губной помады, косметики, соуса, чая. Не подходит в меньшей степени для чернил. В меньшей степени. Все же подходит. Все же подходит. Немножечко заляпались. А очистить эту грязь нам поможет экспресс-ручка пятновыводитель. Кайф. Максимум тебя она выведет из себя. Даже по картинке видишь, это работает как замазка. Да, вот, правильно, Андрей. Это... Обыденность нашей жизни. Так, ну давай чернил добавлю в вино. В другое место какое-нибудь. В другое. Вот оно. Вера, можешь пойти сюда? Можешь поцеловать футболку?
Сейчас я еще второй нарисую. Нормально так. Потом татуировку такую сделаю. След от брата, я ага. Ну вот так. Ну так, немножко маслица, немного, чуть-чуть. Много не надо, много не надо. Нормально. Еще чуть-чуть, Даня, еще чуть-чуть, и я вот перейду этот гештальт, когда мне уже будет все. А сверху еще посыпкой, чтобы это самое, иди как курица KFC в итоге, пожарить. Равно, сколько на мне масла, и тогда достанется всем. Так. Ручка на это смотрит такая... Все, берем ручку. Вот правильно, вот она, вот наш доктор Бекман. Ну давайте, с чего начнем? Выбираем. Ну, не знаю, может, с помады? Я думаю, с помады давай. Надо, да. А что-то как-то ничего... А, ну слушай, как-то. О, да. Все, а где помада? Она там была? Я не вижу. Где она? Стой! Ну, чтобы из нее шло, потому что не идет. А, не идет уже все? Ну, да. А из нее идти должно что-то, да? Эффективно. Да! Да! Я переместил отсюда вот сюда. Если это делать на краю, то оно выйдет за грань реальности, да, и попадет в другую вселенную, на стол. То можно... Вселенную стола. Со вселенной футболки на вселенную стола. Сюда? Вот. Вот так. Хорошо. Сколько стоит наш доктор Бекман? 599 рублей. 1100. 1100. Они только по 2, по 1100. Опа! Опано! О! Ну... А что это за средство там такое, интересно? Давай. Что давай. Это? Типа, знаешь, что-нибудь перемешанное с содой какой-нибудь. На долю секунды. Какой там состав? Чуть белее. Знаешь, она давай. Пахнет дренью. Ну вот. Почти. Ты пахнешь дренью. И очистим губную помаду. Ну, да, нормально. Я? Не, ну в целом. В целом. Знаешь, что это такое? Это будущее. Стиральная машина. По USB. Портативная ультразвуковая стиральная мини-машинка. Это уже звучит как хуевая идея с самого начала, с самого вот названия. Для стирки со складным силиконовым ведром избавят от ручной стирки мелких вещей деликатного белья. Стиральная машина ведро стирает до 1,5 кг изделий за раз. Ужасный товар. Два раза смогла постирать и все, перестал работать. За такие деньги купила ведро. Конечно, обидно. Блин, жалко людей, которые покупают такие... Ну как, это же вот взрослые люди, которые, да, такие, просто не знаю... Мамы там чьи-то, все такое, сидят, смотрят такие приколы, покупают, ну, или там бабушки даже, может быть, какие-нибудь, покупают, ну, достаточно наивно, предполагают, что там так оно и есть, а в итоге их просто тупо обманывают. Как-то неприятно, неприятно от этого. Ведро пришло целое, все работает. Вещь бесполезная, не тянет больше 2 носков. Упаковка была вообще вся подрана. Еще и розового цвета ведро отправили. Не советую, лишняя трата денег. Вас самое страшное, что оно розового цвета, конечно. Был предыдущий аппарат, доктор Бекман. Нет! Отлично, значит, мы будем стирать вещи дальше. И не абы где, а в нашей ультразвуковой, турбинной, портативной стиральной машине, которая современный. Работает как USB. Технологичный. Да. Слушай, ну ведро нормально. Ну как ведро, кстати говоря. Если оно стоит 300 рублей, ну мне кажется нормально. 200-300 для ведра. Просто как ведро обычное. Просто ты купил ведро, по сути. Да. Есть. Нормально. Вот такая вот хрибамбубила. Она присасывается к дну. И способна стирать до 2 кг одежды за один присес. Мы можем сейчас немножечко подиспачкать еще эту футболку. Юр Павлович, можешь еще? Помочь? Да, куда да. еще-то? О, бля, ой. Все, лью воду. Прям вот так вот, да? Прям вот в хрень с проводом торчащий, да? Главное, руки не совать. Пошло, пошло, пошло. Ну, короче, оно просто будет крутить. Ну, как бы, это что такое? Это как вот вообще... А если подвес? Подвесом, мне кажется, оно просто перестанет работать и не будет крутиться. Так, ну чё, Дань, какая-то. Если сейчас мы туда что-нибудь кинем, 100 пудов будет очень чисто. Конечно, моментально. Туда песок насыпал? Чё он скрипит-то? Ну давай. Давай, родной! Как оно вообще может работать, я не понимаю. А вообще нормально, что вот такие вещи продают? Это нет такого, что... Я уже, по-моему, этот вопрос задавал, да, и задавался этим вопросом.
что, ну, товар, типа, не соответствует, там, описанию, это как-то, наверное, по закону вообще в целом невозможно. И нельзя, наверное, такие штуки продавать, нет, разве? Какой кошмар. Сколько стоит это пиво? Это ж просто обманка. Но это со скидкой, а без скидки целых 9600. Сколько? 9000? Нет, ребята. Ведро за 9000 это, конечно, интересное удовольствие. Но лучше уж купить себе, блядь, от Баленсиаги пальто в виде мусорного пакета. Я даже подзасыплю. Это дорого. Слишком. Блин, вот от того еще обиднее. Это так дорого стоит. И там же женщины, которые пишут в комментариях, они же деньги свои потратили. Жесть. Столько денег они, по сути, на это говно потратили. Очень как-то неприятно. Прям, ну это как обман людей просто, по факту. Это тупо обман людей. Это скам. Самый что ни на есть. Йоу, мэн, скам это плохо. Вот эта вот история, да? Это еще Егорка Крид нас учил. Тому, что йоу, мэн, скам это не круто. Поэтому это не круто. Это прям вообще не круто. Да, по-моему. Как будто бы она предназначена в натуре для чая, но хитрый предприниматель из Wildberries написали, что это стиральная машинка. Она очень старается, она не предназначена для этого. Вообще нет. Покрутилась поинтенсивнее вместе с проводом. Суп из провода. Кого-то топят там под этой футболкой. Хоть вот написали бы, ну, типа, правдоподобнее, окей, описали бы это говно. Написали бы, что оно там, не знаю, для носков предназначено. Мне кажется, ну, носки будут у тебя там крутиться, хотя это не стирает носки вообще. Не, для замачивания носков. Но для чего-то такого, хотя бы, чтобы хоть плюс-минус соответствовать тому, что написано. Но нет, тут просто чушь написана какая-то. И какой-то вот, вот это тут реально ведро за 6 тысяч или за 9 тысяч, сколько оно там? Выбросы. Оставим, несем это куда-нибудь вон туда, вот в комнатку поставим. И минут через 40-30-50... Следующему выпуску через годик. Да. Она ну, это бред, это реально чушь. Приступим к следующему приборчику, а эта шмокодявка будет стирать. Век портативной уборки и портативной хитрости всегда поможет портативный утюг. На котором даже можно жарить мясо. Ну мы проверим, ладно. Абсолютно. В первую очередь только этим и можно заниматься. Жарить мясо. Необходимое для дома и поездки, для рукоделия, мини-утюг электрический с функцией отпаривания. Утюг маленький, имеет два режима, глажки, сухая и с паром. Скорость разогрева 10 секунд. Не, ну в целом... В целом, в это я могу поверить. Абсолютно не утюжит вещи и тем более не отпаривает. Нагревается немного и все. Возврат. Возврат. Ну а что поделать? Ну а как иначе? Вот такая вот абсолютно абсолютно безопасная на первый взгляд штука. Такая пластиковая вся, да? Вот с таким. Пластик, который будет нагреваться. Звучит безопасно. Незамысловатым проводочком. Вот такие вещи, вот обычно в комедиях, как с Мелом Гибсоном, он просто швыряет это в ванну, его током херачит. Упрят... А потом он читает мысли женщин, да. Они созданы для того, чтобы они красиво искрились. На две эти штуки, это будет дебилят. Ой, такой фильм, конечно, человек напомнил, тот самый. Как он там? О чем думают женщины? Он так называется, по-моему, с Мелом Гибсоном. Вообще его ни разу не пересматривал. Вообще ни разу не пересматривал. Надо бы, наверное. Он прям прикольный же. Да, надо, очевидно, сюда воды залить. Можете, пожалуйста? Вот, смотрите, не поленились. Дали. Да давай газировку. Рюмаху. Рюмашечку. Вот это по-любому стоит 1005, наверное. Для храбрости сначала перед глажечкой. А! Вот оно, москвичи. Да. Боржомы отпаривают одежду. Да. Не шали, а то я тебе, блядь, тут сейчас... Все смотрят. Ну, все пролили на меня, конечно же. И вот у нас мятый пиджачелло, которого мы хотели отпарить, но он ни хрена не отпарился, он довольно-таки... Это из дурки, что ли? Пиджачелло. 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Старт. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Утюжь. Его просто течет. А, ну он теплый. Подожди, ну он теплый хотя бы. А? Что? А? А? И чё? Что? Ничего не ну происходит. Вот смотри, видишь, капли воды лежат. Да. Они не уходят. Это значит, что но прошло уже достаточно много времени и все равно... Тащи стейк. Тащи стейк. Все равно никакие не 10 секунд не прошли. Если увидите red light, значит он нагревается. Мы видим orange light. Мне кажется, это что-то гибрид кипятильника вот этого советского и старого утюга. Мне кажется, что-то вот это такое. Оно, когда так шипит, обычно еще нельзя готовить. Ну давайте хоть что-нибудь, одну вмятинку можно исправить? В древности в качестве утюга использовали просто тяжелый предмет. Поэтому если не давить, достаточно. Ну, как обычно, по-моему, старые утюги это были просто железная огромная херня тяжелая, которые нагревают и потом, видимо, как-то утюжат. По-моему, вроде так. Это оттуда же и исходит, собственно...
Минутка познавательности, возможно. На английском утюг это iron, iron, железо. Потому что оно и было куском, сука, железа, по-моему, насколько я знаю, в древности. Ну, не в древности, а до того, когда электроутюги, так сказать, появились. Это просто была огромная тяжелая железяка. Достаточно силы, то любая штука, да. То есть можно, в принципе, баллон с горячей водой приложить и ты разучишь. Да. Скучно. Так, что там по стейку-то в итоге? Короче, очевидно, она точно не будет работать как отпариватель. Это невозможно. Как она может работать в таком положении, как отпариватель? Вы шутите, блядь? Ну давайте маленький кусочек мяса, так и быть, сюда запиздачим. Зря нам, что ли, рекламировали. О. Распредели его. Что-то шипит, да? Приподними ножницами. Сейчас котлеты хоть поедим. Идет какой-то уже. Заутюжить не утю, заутюжим. Хоть котлеты поедим. Лебёдный мужики. Слышишь? Нет, ну слушай, оно готовит. Давай, то нормально, кстати. Иди пока, родной, иди. Рейер. Запьем, сходи. Да, ну так еще минут 10, наверное. Чтобы пожарить кусок мяса размером с кошачью какашку. Слушайте, ну судя по влаге, которая оседает по краям утюга, он вообще не нагревается до той температуры, которая способна испарить воду. Как вообще даже в теории эта херобора может работать как отпариватель, если пара нет вообще в принципе? Вопрос задаешь, хуй какой-то купил, почему она не работает? Да давай, ешь уже. Сколько она стоит? Я дрянь себе готовить не буду, Даня. Я готовлю вкусную еду. Я хочу пиццы. Там макароны, например. Да на. Ты съешь со мной этот кусок напополам, Дань. Нет. Да, более того, я его вот так вот разрежу. Егор, есть там ну зачем? Это же грязный, блин, это. Не надо его. О, как вдруг ты задумался о том... Это как у корейцев, кстати, меня прикалывает то, что они все режут не ножом, а ножницами. У них все для всего есть ножницы, типа они режут ножницами. Прикольно и удобно, кстати, если не пробовал. У них есть специальная хваталка для мяса и как бы ножницы. Ты берешь просто хоп, 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 порезал, кайф. Чем я готовлю мясо, как только это мясо, ем не только я. Так все вот в разрезе показал. Нормально. Получилось. Получилось. Отлично. Поздравляю тебя. Хороший утюг. Пожалуйста. Теперь я чуть-чуть поутюжу. Ну, я много упрошу, что ли? Карман. Такой мясной привкус и запашок будет от этой рубашки. Каждый раз такой... Стейк. Ну ладно, подожди, давай так. Утюг гладит медленно. Это последний шанс этому ублюдку. Мы ставим и так. Медленно ведем. Хорошо. Медленно пробуем. Да ну не, это бред какой-то. Хотя, подожди. Не, чушь. Теперь это молоток и утюг в одном. Молотюк. 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 Будем честны. Тот момент, ради которого мы смотрим в целом вот это все. Просто два красных проводочка и трубочка. Да, ты был прав, он не нагревается со всех сторон, он нагревается... Вот маленькая плиточка. В одном вонючем месте. Все, ладно, отутюжили, отлично, давайте ступанемся, погнали дальше. Погнали. Че сидим, кого ждем? А бы какой? А с глазками? Механическая щетка для пола не требует подключения к розетке или предварительной зарядки аккумулятора. Она работает без проводов и шума, оснащена двумя вращающимися щетками, которые захватывают весь мусор и отправляют его в специальный отсек. Выброшенные на ветер деньги. Щетка очень легкая, вперед даже не едет. Опять женщина пишет какая-то. Блин, что-то мне так обидно становится, когда я читаю эти комментарии. Я не знаю почему. Я сразу представляю, ну, просто взрослых женщин или бабушек каких-то, которых наебали. Типа, как так-то? Пляется за малейшее препятствие переворачивается. Ну что ж поделать, опять проверять, что ли? Столько мы все... Хотя кто-то скажет, наверное, в комментариях, да сами виноваты, что покупать какой-то ерундой и прочее. Ну блин, представьте, не знаю, ну реально, бабушку, которая не особо прям знает про все эти скамы и так далее, да, ну как бы есть же такая вот какая-то бабушкинская наивность и прочее, которая просто заходит такая с телефончика, ей внук показал там или сын, или дочь, или кто-нибудь еще, как в телефончике заходить в магазин, что-то заказывать, и она там на пенсию что-то заказывает такая, какую-то хуйню ебаную ей привозит, которая не работает. Что намылили, напарили, настирали, что вот крошки насрали на наш импровизированный ковер. Надо чистить, надо все это... в говне. Надо чистить. А чем? А я тебе скажу. Флор-свипер. Счастливая щеточка с улыбкой, с глазиками. Ничего лишнего. Это просто без всякого электричества, без всяких вспомогательных падежей, как говорится. Лицо у него такое, конечно. Посмотри на это. Вот так веселое. Веселое, да, такое прям повидавшее говно. Вот так грустное. Что ж, у нас есть... Георг Павлович, чтобы вы понимали, эта история способна засосать все, что угодно. То есть вот это, а вот на что спрятано. Даже мой...
остановиться вовремя. Вот что иногда важно. Засосется. Осколки. Осколки. И даже бутерброд. Прикинь, они просто положили сэндвич, она засосала. Как гитара сейчас какой-то звук издает. Зачем глазки-то сюда, я не понимаю. Чтоб смотрел, куда ее сосет. Ну, а как это включить? Никак. Чтоб в процессе смотрела тебе в глаза. Это механическое, тут ничего. Вообще серьезно? Да. И ты такой просто убираешь и говоришь, не отворачивайся, смотри мне в глаза. Блядь. Тупые, блядь. Как я тебе это сделал? Они угорают над чем-то своим, я угораю над чем-то своим, ты угораешь над чем-то нашим. Нормально все, такой вот у нас реакт. О, смотри. О, пошло, пошло, да, пошло. Я совсем все не размазываю просто по столу. Опа, смотри, натуре сосало. А я действительно вижу, что это меньше становится. Видите, как улыбка сползает. Ничего себе. Да, а я... Погоди! И стекло. Сожрало, сожрало кусок, точно, что-то сожрало. Взяло. Так это, блядь, чистый стол, смотри. Работает, нифига себе. Она работает. Собирает, да, реально собирает. Ну, это, конечно... И представляешь, ты себе представить вообще можешь, ни хрена себе, она прям... Хрень, которая максимально несерьезно пытается себя подать вот с этими глазками. О-о-о! Это самый изёвый вообще ковролин. Да, это ещё очень тёплый. Это супер изёвый, и нет, он не идет. К сожалению, с ковром вообще не проходит. Ну, конечно, там маленькое колёсико. Ну, один арбизу. А, одну съела. Одну съела. Хорошо, пробуем бутерброд. Так, бутерброд давай. Давай, давай. Оп. Схавала. Ну и что, до конца надо, до конца. Нет? Нету его. Все, бутик схавал. Оп. Сколько стоит это приблуд? Цена ей справедливая. 1800. Нет, ну это как справедливая? Не то, чтобы справедливая. Наверное, справедливая это 1000 рублей. Стоит около 800 что ли рублей. Да, 800 тысяч, это вполне нормальная цена для такой херни. Ну, в целом, да. 800 рублей? Ну, для ковролина нет, но... 700! Лишние 300. 700 и... Лишняя соточка. И возьму за соточку. Ну, согласен, за 700 нормально. Но мне кажется, ты просто такое за 700 не купишь что-то почему-то. Ну, типа, это выглядит как то, что не может стоить и не будет продаваться за 700. Но на AliExpress, наверное, будет. Но у нас, наверное, нет. Всегда с какой-то наценкой, еще с какой-то херней. Чистить, правда, потом тяжело это вот лезть туда за бутером, арбизы, бутерброд. А если просто взять веник в одну руку, а совок в другую? Ну, в... ну ты, ну... Тогда ты сэкономишь 800 рублей в целом, да. Влом. Влом, Дань. А и у него нет глазок, нет смешных. Ну, если не срабатывает обычная щетка, всегда поможет портативный пылесос. Что же еще? Ой. Точная очистка. В отличие от других настольных пылесосов, он поставляется с вакуумной насадкой, которая является съемной. Настольный пылесос – отличный подарок для студентов. Выглядит очень мило. Студентов, коллег, родителей и т.д. Он обеспечивает вам чистую жизнь и удобную очистку. И нервный тик от странного принта. Портативный пылесос! А, так это уже другое дело. Да. Это можно уши себе чистить. Короче, что делать, ёпты, а? Нажать кнопку и сама все сделает. Ну ты все. Невероятно. Она, смотри, что-то действительно кушает. Да нормально в целом. Ну мило. А что она не... Не, ну так чисто пыль, конечно, для стола. Да вообще нормально, 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 нормально. Вот ей, она, кстати, 800 рублей может стоить. Вполне, вот для нее идеальная цена, наверное, 700-800. Могу представить, что она столько стоит. Спасибо. Это вот помнишь дерьмо, которое семечки щелкает? Да. Вот сначала пощелкал вот этой вот, потом вот этой повозил. Ой, что-то горелым запахом. И все у тебя нормально. Может еще жарить семечки вот эти там? Вот одна кучка твоя, вот моя. Вот так. Ну, она очень хорошо по звуку имитирует рабочий процесс. Типа, по звуку кажется, что она прям старается и работает. Просто жесть. Внутри какие-то лопасти, которые перемалывают. Вот это, вот это, вот это. Ой! Ой! Кучку-кучку не дам! Вау! Он его молит. Уничтожает. Сжирает. Я вот даже не знаю, гордится или... Он молит в натуре. Как это странно.
Прощай, детство. Контент. Такая подставила. Просмотры. Это что, макароны? Или что это? Насру овсянкой. Как пылесос очень плохо, но... Как измельчитель. Ну так, хлебушек. А с пальцем осторожно. Оно ведь и сожрать может. Это был славный конец. Все. 1100, да? 1100, ну не, дороговато. Вот тут 700 рублей. 700, даже не 800, 700. 1100? Да. Да, бред. Ну куда она? Зачем она нужна? Я ее сломал. Она не работает. На не, ну в этом плане мы все сломали тут. Так что не стоит оценивать по возможности что-то сломать. Ну, вообще, да. Что ж, пришла пора подтереть жопу. Но без шуток, вещь в теории действительно может быть полезной. Подтирка изготовлена из надежных материалов. Неудобная... Протиралка. Я салфетки не держат зажим. Опять как Екатерина пишет. Работает выброшенные деньги. Классный! Минура. О, Сергей Серег подъехал. Вещь. Жопа Сереги... Сияет как никогда. Вещь! Надеемся, палочка для протирания попа-вытиралкой сильно облегчила вам жизнь. Какой кринж. Палыч, натрудились. Да. Попа-вытиралка. Делись, начистили, просто невероятное количество. Что мы делаем теперь? Теперь надо покакать. Кто будет это делать? Давай. Что вы купили, а? Что вы купили, признавайтесь? Что... Короче, это жопа-вытиралка. Да. Вот в эту вот хрень. Ой, надо толкать бумагу. Да. Ой, бля. А как она? Подожди, как она работает? Я не понимаю. Даже интересно. Да. Это что за технология такая внеземная? Там, кстати, что-то острое. Да? Ну, чтобы нарезать. Вот в эту хрень. Это выталкивает, очевидно, вот это, да, Андрей, видно? Да. Это выталкивает бумагу после того, как вытер. Следовательно, нам нужно затолкать бумагу туалетную вот в эту хрень. Так. Дань, поставь перед собой задачу вытереть себе жопу. Я тебе больше... Поставь, увидь эту цель. Увидь эту цель и стремись к этой цели. Строго по проложенному пути. Наметь... Двигайся. Достигай. Тоже, нам нужно сейчас, чтобы кто-то из нас сымитировал жопу на чечеку. Типа вот так вот? Ну да, вот у нас нутелла вот, и космический песок. А песок зачем? Ну почему? Ну допустим, вот, ну оно, видишь, оно такое немножечко. Да, видишь, консистенция. А, то есть ты сидел дома, думал, что бы взять на студию, чтобы сыграло говно. И ты думаешь, вот песок? Не, ну я могу накакать туда, если хочешь. Я тоже могу туда накакать. Сейчас с тобой посмотрим, кто из нас вытираться будет. Фу! Су-е-фа! Су-е-фа! Бля! Сжимай, не разжимай. Да, сюда. Стой, подожди, дай я форму придумаю для жопы. Тогда я сначала смажу, потом форму придумаю. Да ты что, охренел сначала? Откуда? Блин, надо какую-то реалистичную форму, чтобы было, я не знаю, сейчас. Сейчас придумаем. Типа вот так. Вот это должно присутствовать в любом случае. И как-то, ну я не знаю, типа вот так. Реалистично, достаточно, по-моему, вполне, кстати говоря. Да, нормально. Можно вот так. Вот. Все. Реализм. Реализм. Блядь, это потом уже мажем. Вот, да, вот так, хорошая идея. Вот, хорошая идея. Так. Тоже нормально, да, в целом. Давай. Ой, бля. Ты ублюдок. Что ты придумал? Это самый мерзкий выпуск. Приятного аппетита. Придумал. Я еще песочку. Бля. Оно не работает. Жопа грязная. Все еще. Я возьму еще.
Так, ну запомнили, что палка в говне уже после первой. Она очень плохо держится. А как она должна... Это просто держалка очередная, по сути. Ну давай я обмотаю, погоди, ты подержи сейчас. Это же можно было делать и той, и первой держалкой, которая, в принципе, была нам продемонстрирована. Ну сейчас... Ну почти. Куда мне поплевать? Жопа вся в крови. Вот казалось бы, ну просто чуть-чуть намазали нутеллой руки человеку. Знаешь, что я пережил? Я же играл все равно, да. Сейчас должна быть интеграция сервиса, ясно. Где вы можете решить свои психологические проблемы. Так твою-то мать, это же вообще неэффективно, оно же просто все вываливается. Ну то есть я могу запихнуть, оно вот просто все вот... Ну да, дай себе. Вот так будет. Ну ладно, кнопочка, смотри, сейчас такой, хопа. Хопа! Хопа! И жопа все еще грязная. Хопа! Егор, гениально играет жопу, очень похоже. Хорошо, да. Ну слушай, она, в принципе, у него там плюс-минус намного чище, чем было, по крайней мере. Окей, давай просто на этом сойдемся. Намного чище, чем было. Актерский поклон. Тедай. В дожде из говна. Я думаю, достаточно... Я не знаю. Ты скажи, это... как хочешь. Как есть, так и говори. В знак вопроса от и до, Дань. Сначала вообще... Ну как еще, беременно можно подтереться? Кстати, это как? А в смысле, а чем живот мешает подтереться? А как толстые люди подтираются? А как толстые люди, а как толстые мужики с пузами подтираются, типа, как вот так, как-то так в целом. Оно ж не мешает, типа, это не очень связанные особо вещи. У беременных-то, у них, как правило, водится живот какой-то. Двигаться тяжело из-за живота, типа спазмы и так далее бывает. Поэтому, да, некомфортно. Поэтому надо что-то придумать. Например, какую-нибудь палку за 800 рублей, которую можно бумагу выкидывать. И выглядит очень... Я бы не стал пользоваться. Я бы тоже не... Или муж... Стал пользоваться, думаю, можно придумать еще всяких. Вот, например, мы могли бы агентство открыть, да. Просто по вызову в жопу утирать всем. Да, да. А, эти разговоры, сейчас пройдет пару лет, сами с животами будем сидеть на толчке. О, и вот бы палочку. Что ж, задницу помыли, теперь осталось вымыть ноги. Пемза для ног отлично очищает ноги от грязи и натоптышей. Шикарная пилка для ног очистит каждый миллиметр ваших. Блин, сейчас опять отзывы от бабушек будут. И стопы. Для поисков. Терка для пяток, терка для пяток, терка для пяток, пилка для ног, терка для пяток, терка педикюрная. Пяу! Упаковано хорошо. Так, Маргарита. Угу, угу. Ну не пемза, а наждачка. И надломан край, и плохо приклеена. А в остальном надо пробовать. Думаю, что все будет хорошо. Маргарита. Ну надо же сначала попробовать, потом написать. Рита оставляет надежду и позитив этой жизни. Ну да, да. После того, как мы все... Добрые такие отзывы. Натерли, изгадили, нахерадили, мы осознали, что у нас грязные ножки. Которые... С говном всю шубу выпало на ноги. Пока ты там растирал этой палкой. Можно почистить по тапкам. Невероятная вещь. Я уже желал приятного аппетита. Приятного аппетита. Которая позволит нам очистить ножки. Вот так эта хреновина выглядит. Присоски. Половина присосок, кстати, отсутствует. Так я жопу уже, все. Не-не, давай на чертяко, чтобы все было справедливо. Ну как, несправедливо что ли? Я жопой был, теперь да не мой. Что, несправедливо? Вот так мы ее... Что несправедливо в этом? Все справедливо. Фиксируем, вот да, вот она фиксируется. Ты что машешь-то, козел, а? Ты что машешь, Данил, ты что думаешь? Ты что думаешь? Я пассивную позицию занимаю. Ты всех подкупил, да? Нет, я же тебе не говорю, что обязательно ты. Говорю, на чичикошу, было все справедливо. Вон, давай, пассивного Данила. Вот Су-е-фа! Су-е-фа! Ножницы опять. Су-е-фа! Су-е-фа! Поиграем? Давай. На счет три. На счет три. На счет три. Играем в камень, ножницы, бумага. Поехали. Раз, два, три. Ладошку дай. Поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Может еще раз? Может два, три из двух? Полезай давай. Сначала в говно, а потом чистил твою. Давай. Ну, господи, вот чуть-чуть нутеллочки мы добавим. Ты думаешь, мне не пофиг?
Мне абсолютно нормально. Где бывала эта нога? Один панин знает, да? Абсолютно да. Андрей, там вообще видно, что я делаю? Все давай, видно, все видно. О, какой! Я вытираю... Вот ты зашел в комнату и увидел эту картину, твои действия. Хватит мыла, достаточно, вылей воду. А то я потом вообще не отмою никак. Вот, пошла, 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 родная. Я чувствую массаж, сколько, 1000 там, да? 1000 зубчиков. Отмывается, я... кстати, еще. Ну да, вот сюда полей, пожалуйста, родной. О, да, вот так вот, да. Ой, ручки помой заодно. Да все, о, смотри, чистейшая нога. Да че, господи, что за какие нет? Все, и чистая, чистая нога, все. Вот тебе, смотри, опа как, видел? Четко. Да, смяли щеточки после одного использования. Значит, 500 рублей стоит эта штучка. Если вы пожилой или просто ленивый, то, возможно, это даже сработает. Но какая прочность долгожития вот этих зубчиков будет? Потом... Нет, это в целом, кстати говоря, полезная хрень. Одного использования она уже вот вся говнится. Довольно сомнительно. Ты бы купил она? Я бы нет, зачем? Я молодой, я наклоняюсь. Я молодой, я наклоняюсь. Перед врагами не кланяюсь. И жопу вот так потирать стоя тоже. Я сейчас на это смотрю и думаю, что мне это мыть сейчас надо. Что ж, вот такие товары мы испробовали. И вывод, как всегда, один. Недобросовестных продавцов нынче на Wildberries очень много. Просто безумное количество. Поэтому, пожалуйста, берегите свои денежки и думайте, кому их стоит отдать. И читайте отзывы обязательно. Давайте. A few moments later. Ведро возвращения. Как думаешь, сколько стиралось это бульончик этот? Часа два, наверное. Я думаю, что, в принципе, с точки зрения физики, учитывая, что там было немножечко стирального порошка и то, что, в принципе, это все отмокало два часа, что-то таки да отошло. Но в этом ли есть заслуга стиральной машинки, уже немножечко другой вопрос. Я думаю, проверить это мы сможем на вот подобных пятнах. Ну, ты лудовод. Это чисто принт. Не отстирал. Теперь это футболка с принтом. Ну, собственно, ни хрена он. И не отжал. И чё? Да не... Ну это же так не работает. Нельзя же просто вот так вот крутить, как-то болтыхать что-то, какую-то вещь в воде с порошком. И типа, ну все, она тут немножко покрутится, поверьте, чуть-чуть медленно вот так вот. И постирается, все, можно забирать. Может сразу надевать. Чё, она поболталась там два часа, ну и промокла. Ну да, это бред. Отличный выпуск, Данила Сергеевич. Отличный выпуск, спасибо вам всем огромное. Давайте поаплодируем друг другу. Все, ура! Давай, бей. Ну все, молодец. Молодец. Последний. Ладно. В любом случае, вот такое вот барахло из Wildberries. Почти часовой у нас с тобой получился выпуск. Ну, это база, это нормально. Все, родной, спасибо, что смотришь, поддерживаешь. Пальчик проставь, комментарий напиши, подписочку оформи. Все ссылочки внизу, на оригинал в том числе, на Telegram, что важно, в ступень, ничего не будешь пропускать. И на игровой канал Игрушечный, где у нас тоже происходит контентик, но уже связанный с играми. Если интересно, то заходи, смотри, кайфуй, подписывайся. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.